Можно зашивать. Это было гениально, пан профессор. Ну, зачем же преувеличивать, дорогой мой коллега? Не знаю, кто кроме вас смог бы это сделать. А я, к вашему сведению, знаю хирурга, который в очень скором времени будет ничуть не хуже проводить подобные операции. Кто же он? Я имею в виду вас, коллега. Пан профессор, вам три раза звонили. Хорошо, хорошо, спасибо, я уже еду. Благодарю вас. С полной уверенностью говорить об успехе нашей операции можно не ранее завтрашнего дня. А в случае чего, сразу же звоните. Хотя, честно говоря, думаю, что повод у вас вряд ли возникнет. Простите, коллега, что оставляю вас одного, но вы же понимаете, дома заждались. Такое торжество. 8-я годовщина свадьбы. Поздравляю, пан профессор. Спасибо, дорогой. Благодарю, я сам. Добрый день. Пан профессор. Пан профессор, я хочу сказать... Тихо, потом скажешь. Беата! Иисус Мария. Где госпожа? Я вас спрашиваю. Что случилось? Беата! Где она? Там записка. Что все это значит? Госпожа уехала вместе с девочкой. Я сам ходил за такси и вещи вынес. 2 чемодана. Дорогой Рафа, не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить. Я полюбила. Это чувство сильнее меня. Я никогда не была достойна тебя. Твоя слава только подчеркивала мое ничтожество. Марысю я забираю. Без нее я не представляю себе жизни. Не ищи меня. Это бесполезно. Беата.
Простите, простите, господин хороший, пожертвуй пятерочку на процветание государственной спиртно-водочной монополии. Всего пятерочку. Что? Я вижу, вы принимаете меня за бродягу. Это ошибка. Я достойный гражданин огромного государства, имеющего выход к морю. Простите, что вам нужно? Ничего. Так, сущие пустяки. Счастье, здоровье и... Чтобы все было хорошо, хорошо. Эй, мой добрый друг, благодарю вас. Минутку, минутку, постойте, позвольте мне ответить вам кое-чем. Да-да-да-да-да, я не оговорился. Предлагаю свое общество. Положение обязывает. Я ставлю. Я, Самуил Абидзинский, Валя. Да, ваше сердце. И Наполеон, и Македонский были великими людьми. А что толку? Андрюш! Андрюшик, еще одну. Рухнули они. Так вот, что я тебе скажу. Не надо забираться слишком высоко, оттуда больнее падать. Чем ты неприметнее, тем лучше. Возьми, к примеру, меня, Самуила Абидзинского. Я не слечу ни с какого пьедестала, потому что никогда на него не влезал. Меня туда и калачом не заманишь. Дурачков нет. Что, брат, обанкротился? Ты ли погнали с работы к чертовой бабушке? Нет. Не в этом дело. Что? Не бой, женщина. Изменила, да? Просто бросила. Пей! Бабы, они хуже чумы. Одна присосется, как пиявка, всю кровь выпьет. Другая обдерет тебя, как липку. А третья что-нибудь такое выкинет, что волком взвоешь. Одному их фокусы, что с гуся вода. А другому словно удар в спину. Да такой, что вовек не оправится. Уж я-то знаю. Натерпелся. А ты как дуб крепок. Таких, как ты, брат, не согнешь. Таких можно только с корнем вывернуть. Пей, легче станет. Да. Все правильно. С корнем мы вывернули. Ну все, хватит пить. От трагедии у людей переключаются от дури. От дури. Да, точно. Да, точно. Трагедии. Эй, уважаемый, оплатить кто будет? Дядя? Не приставай к его сиятельству. Куда отвезти ясновельможного пана? Прошу. Прошу.
Прошу. Но, пошла! Господин сержант, человек без документов, к тому же говорит, что имени своего не помнит. Да, стало быть, ничего о себе не знаете. Любопытный субъект. Собчак, обыщи его. Кто вы все-таки такой? Имя? Фамилия? Вы что, оглохли? Нет, господин сержант. И, пожалуйста, не сердитесь на меня, я не сделал ничего плохого. Не увиливайте от ответа. А что говорить? Не знаю я своего имени. Может, его и не было у меня. Наверное, это неправдоподобно звучит, но я не обманываю. Интересно. Так что же, у вас никогда не было документов? Никогда. А как в таком случае вас принимали на работу? Ну, в городах, конечно, требовали документы. Без них не брали никуда. А в деревнях никто не интересовался. Здесь каждый может зваться, как ему нравится. Меня, например, все звали Юзов Борода. Отпустите, пан сержант, я не убийца, не вор. У вас есть судимости? Да, две. Где? Когда? 3 года назад в Соколе меня посадили на месяц. И недавно я отсидел 2 недели. За что? За бродяжничество, но это несправедливо. Если человек ищет работу, так он бродяга. Только потому, что у него нет бумаг. Отпустите меня, господин сержант. Я смирный, зла никому не делаю. Отпустить, говорите? К сожалению, это невозможно. Сейчас отправим вас в управу. И пусть они там решают, как с вами поступить. Эх, Борода, это ж непреложная истина. Есть документ, есть человек. Нет документа, нет человека. Ну, думаете, я мало их упрашивал? И в суде, и в полиции, чтоб они
Ну, хоть какую-нибудь бумагу выписали. Так нет. Говорят, нету такого закона. Ну, что тут поделаешь? Поди разберись, кто вы там такие на самом деле. Порядок есть порядок, как же иначе? Верно, пан Кундейка? Да-да, святая правда. Человек только родится, я уже бумагу завожу. Умирает, тоже сразу отмечаю. Тут у меня вся округа, все до одного на учете. Убери сейчас же. Тоже, нашел место. Извините. Уведите арестованного. Антони Франтишек Курсиба. Курсиба. Антони Курсиба. Уважаемые господа, мы собрались здесь, чтобы почтить память нашего выдающегося ученого, светила польской науки, профессора Рафала Вельчера. Все эти годы нас не оставляла надежда на его возвращение. Но, увы, тайна его неожиданного исчезновения по сей день покрыта мраком неизвестности. Я по мере своих возможностей старался быть достойным его славы, не уронить честь его клиники. И сегодня, называя эту клинику его именем и открывая ему памятник, мы тем самым приносим дань уважения прекраснейшему человеку, мудрому учителю, выдающемуся ученому. Здравствуйте. Здорово, коль не шутишь. Можно водички попросить? Ну, чего-чего, воды у нас хватает. Вон за дверью ведро. Бери, пей. Сесть позволишь? Места не жалко. Присаживайся.
откуда держишь? Издалека. Хожу, работу ищу. Пристроился тут у кузнеца в Мицкунах. Да, зоопарк у него кончилось. Вот я и ушел. В Мицкунах? Да. Знаю я ихнего кузнеца. С кривым глазом который. Тот самый. От искры окривел, бедолага. Так значит, ты тоже кузнец? Ну, кузнец, не кузнец. Я много чего умею. И что, интересно? Да так, 15 лет хожу подрабатываю. Вот и научился всему понемножку. В Мицкунах мне сказали, что у вас работника в армию забрали. Что правда, то правда. Жатва на носу. На мельнице дело не в проворот. Вот я и подумал, не грех зайти поинтересоваться. Фу, хоть бы воскресный день отдохнуть от этого шума. Ну, ты сам посуди, как я могу чужого человека в дом впустить? Не хочешь, не надо. Я не напрашиваюсь. Неправильно делаешь. Ты на меня не обижайся. Я тебя вижу в первый раз. Как тут разберешь? Может, ты и добрый человек. Камня за пазухой не держишь. А ведь может быть и злой. Не добрый человек. Камня за пазухой не держишь. А ведь может быть и злой. Ни имени я твоего не знаю, ни откуда ты родом. Меня зовут Антони Касиба. А родом я из Калиша. А где он твой Калиш? У черта на рогах. Да, действительно, далековато. Что ты мне суешь какую-то бумажку? А вдруг ты ее свистнул? Откуда мне знать? И ты вот так ходишь, постоянно не живешь нигде. Дом-то у тебя есть? Нет, нету. И бабы своей нет? Нет. Как же это? Сам не знаю. От баб одно зло на свете. Да, верно, все верно. Срам один от них. И хлопот полон рот. А как ни верти, жениться Бог каждому велял. И близких у тебя никого нет. А у тебя? Что это? У меня семья. А вдруг, не дай Бог, умирают они? Вот тогда у тебя останется близкий человек, который помог бы в беде. Дается мне, человек-то не глупый, рассуждаешь толково. Только мне в хозяйстве нужен молодой, сильный работник, разве ты потянешь? Значит, немало ты по земле походил. Да уж походил. Ну и как там вообще? Обыкновенно. Везде люди живут. Может, приходилось бывать и в святых местах? А как же?
кальварии, в острой браме, на ясной гуже. Господи, боже мой, может, ты праздничные службы слышал, а? Конечно. Не может быть. А икону? Неужто я чудотворную икону видел? Угу, видел. А чудеса тоже видел? Нет, но очень много о них слышал. И об исцелениях? Да, рассказывали. Икона-то католическая, что тут говорить? Не знаете, людям другой веры она помогает? Ну, к примеру, православным. Этого не знаю. Но я думаю, если человек хороший, обязательно должна помочь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Пошли. Я у него 6-й год. Ну, житье грех жаловаться. Старик хоть и строгий, но справедливый. Правда, говорят, будто он родного брата помер упустил. А тот детей его за это проклял. Не знаю, так это или нет, но посуди сам. Один сын старший утонул. Второго убили на войне. Вдова у него осталась. Живет теперь с ними. Такая баба молодой не уступит. Ну, а младшего Василя ты видел. Он ноги переломал. Старик чуть с ума не сошел. Из города доктора привез, большие деньги заплатил. И поскупился. Да только все без толку. Доктор денежки-то взял, а ноги поправить не смог. В самом деле, как проклятие какое. Чего плачешь, а? А по-твоему, мне смеяться? Я с собой что-нибудь сделаю. Не могу так больше. Вот дурачок. Ты молодой. Тебе жить да жить. Мочи нет. Лежу тут, как какое-то полено. Был бы хоть старый, ладно. А то отец отобрал долю у дядьки. А расплачиваться за его грехи должен я. За что меня Бог калекой сделал?
давно с тобой это случилось? 5-й месяц пошел. Тебе врача в тот же день привезли? Да. Он обещал, что я скоро буду ходить, а не вылечил. А что он делал? Привязал к ногам дощечки. Потом перебинтовал и через 2 месяца снял бинты. И что? Посмотрел и сказал, что мне даже Господь Бог не поможет. Пошевели пальцами. Так, а теперь ступнями. Не могу, мне больно. Больно? А, тебе повезло, парень. Очень хорошо, что они еще болят. У тебя кости неправильно срослись. Придется еще одну операцию сделать, и ты будешь ходить. Вот если бы ты пальцами не мог шевелить, тогда дело было бы плохо. А так, так все в порядке. А откуда ты это знаешь? Откуда? Да просто знаю, и все. Ничего сложного тут нет. Надо снова сломать и сложить. Только нельзя терять времени, надо скорее делать. Доктор Павлицкий не согласится. Он нам и не нужен. Я сам. Сам все сделаю. Ты. Неужели я смогу ходить? И бегать, и даже танцевать. Ты хоть соображаешь, что говоришь? Это тебе не мешки таскать. Для этого нужно специально учиться, доктором быть. Куда ты, темнота, суешься? Хочешь, чтобы он калекой на всю жизнь остался? Тут грамотный человек не справился, а уж тебе-то и браться нечего. А ты знаешь, что он надумал? Сказал нет, значит нет! Ты послушай, он жизни себя лишить собирается. Господи, спаси, сохрани. Бога не поминай, не поможет. И так говорят, что все несчастья у вас в семье, это тебе, Божья кара, за то, что брата обидел. Где ты это слышал? Неважно, слышал. Нет, ты скажи. Все говорят, и твой сын так думает. Господи. Решайся, и рты всем сразу позатыкаешь. И мельницу будет кому оставить. А ты что, действительно умеешь? Умею. Слушай, Антони, а если парень умрет? Нет, не умрет. Поклянешься? Поклянусь. А пречистый? Богоматерью. Пречистой Богоматерью. И Христом Спасителем. Да, и Христом Спасителем. Тогда клянись. Клянусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам угодно? Что вам угодно? Слушаю вас. Я... Нитки у вас есть? Какие? Шелковый. Да, какой вам номер нужен?
Вам для вышивания? Нет, для шитья. Белые? Да, и попрочнее. А. Пожалуйста. Я знаю, ты у нас парень храбрый. Стиснешь зубы и не пикнешь. А привязываю я тебя, чтоб ты не дернулся ненароком. А то вся работа на смарку. Я понимаю. Так надежней. Ты уж потерпи немного. Не волнуйся, сынок. Антони, ты правда меня вылечишь? Правда. Верь мне. И я буду ходить, как раньше. Даже лучше. Ну-ка, на, выпей. Ничего, ничего. Пей. Сожми покрепче. Это тебе поможет. Не смотри сюда. Отвернись к окну. Вот так. Господь всемогущий, окажи милость и щедрость исцелил отрока невинного, осени его своей благодатью, помилуй чадо их детства. Господь всемогущий, окажи милость и щедрость исцелил отрока невинного, осени его своей благодатью, Господь. Живой. Зенек, что стоишь? Люди заждались.
Спасибо, я уже прочитала. Так быстро? Сегодня вы расскажете мне что-нибудь? Вы этого хотите? Очень. А я не стану. Почему я все время болтаю, а вы молчите? Я же слушаю. Я с удовольствием послушаю. Что я могу вам рассказать? Вы много ездили по свету, столько видели. Но такой очаровательной девушки, как вы, не встречал. Насмехаетесь. Разве я бы осмелился? Пан Лешек. У нас говорят, попроси. Если не дадут, бери сам. И я у ваших ног. Добрый день, Марысенька. Добрый день. Что вам угодно? Как всегда, папиросы и спички. Вот, пожалуйста, свои 60 грошей. Спасибо, до свидания. Представляете, что он мог подумать? Я чувствовал себя как любовник в шкафу. Пан граф в шкафу, у продавщицы, какой пассаж. Замечу, что у этой продавщицы прелестные ножки. Не угодно ли вам, любезный граф, с такой же ловкостью вернуться обратно? Неужели я вам не нравлюсь? Я жду. Нисколечко. Ну что ж. А так? Пошевели ступнями. Осторожней. Больно? Ни капельки. Сейчас попробуй согнуть ногу. Я боюсь. Ну, смелей. Получается. Видишь? Тихо, тихо. Не суетись. Теперь другую ногу. Так. Повыше подними. Ага. Ну, хорошо. Можешь накрыться. Через неделю начнешь потихоньку вставать. Антони. Что? Через неделю я уже смогу ходить? Ну, не сразу. Придется немножко подучиться. Не верю, не может быть. Слово чести. Невероятно, но то, что он подстрелил, это факт. Да? А потом был раут. Ага. Съехалось человек 50 гостей. Добрый день. Здравствуйте. Вам опять нужны шелковые нитки? Нет, на этот раз будьте добры, махорку и папиросную бумагу. С вас 70 грошей. Пожалуйста. Благодарю. До свидания, панянка. Всего доброго. Что с вами, граф? Не мудрено, если такого на охоте примут за зверя. Теперь я понимаю, как лорд Карриган мог ошибиться и выстрелить. Это не смешно. Прошу прощения. Так на чем я остановился? А потом был раут. Да, вы совершенно правы. Так, почетными гостями были Радзивиллы, Тысакевичи и мы, Чинские. Я, молодой граф Чинский, единственный жених на всю округу. Естественно, все мамаши, у кого дочки на выгоне, привезли их туда. А вдруг какая-нибудь из них понравится мне? Оркестр Мазурка! А вдоль стен ярмарка невест. Боже! Да чего же потешны эти провинциальные гусыни! Туалеты, сшитые из бабушкиных капотов по последней парижской моде. В воздухе запах духов и нафталина. Но положение обязывает. Подхожу, кланяюсь. Любой из этих бедняжек танец с графом Чинским запомнится на всю жизнь. Извините, но мне некогда.
Что случилось? Ничего. Я вас чем-нибудь обидел? Нет, вы для этого слишком хорошо воспитаны, граф Чинский. Марыся? Я больше ничем не могу быть вам полезна. Простите, пожалуйста, мне нужно подмести магазин. Боюсь, если вы тут задержитесь, ваш шикарный лондонский костюм покроется пылью. Хотите что-нибудь купить? Всего доброго. Счастливо оставаться, панна. Брось костыли. Боюсь. Брось! Иди сюда. Ну? Ну? Добрый день, пана Марыся. Здравствуйте. Завтра воскресенье, кажется, хорошая погода будет. Да, наверное. Может, вы, пана Марыся, пойдете завтра со мной погулять в парк? Нет. Хотя с удовольствием, пан Зенок. Все, что имеет мой отец, когда-нибудь будет принадлежать мне. Я за вас рада. Как вы посмотрите, пана Марыся, если мой отец пойдет к вашей хозяйке, ну, к опекунше, то есть, поговорит с ней и попросит ваши руки. Я не понимаю, о чем вы говорите, пан Зенок, ведь ваш отец женат. Да, но я пока холостой. Нет, это невозможно. Да мне все равно, что у вас нет приданного. Зато вы девушка красивая, умная. За такую жену не придется краснеть. У моих денег полно. Да и меня здоровьем Бог не обидел. Я сумею сделать вас счастливой. Вот увидите, пана Марыся. Это невозможно, пан Зенок.
Я не люблю вас. Самые настоящие царские империалы. Тебе их до конца жизни хватит. Я в таком долгу перед тобой. Никакими деньгами не оплатишь. Но все, что у меня есть, отдаю. Ты что, Прокоп? Никак совсем рехнулся? Забирай. Но я же вовсе не из-за денег. Мальчишку пожалел. Говорю, держи. Нет, не возьму. Я же от чистого сердца, не отказывайся. И я от чистого сердца. На хлеб у меня есть, на штаны и табак я тоже всегда заработаю. Слушай, Антони, на колени перед тобой становиться, чтоб ты взял. Да меня люди сосвету живут, когда узнают, что я тебя не отблагодарил. Тебе не стыдно? Не по-христиански это. Возьми. Нет. Не берешь золото. Тогда прошу тебя, живи с нами как родной. Прошу, заходите. Спасибо. Страшно на улицу выходить, такой ливень. А вы переждите, если не торопитесь. До мельницы не близко, промокните, пока доберетесь. Вы знаете, что я с мельницы? Конечно. Вы знахарь, а вас в округе все говорят. Почему вы на меня так смотрите? Что? А, нет. Мелодия. По-моему, я ее слышал. А, когда-то она была очень популярна. Моя мама часто ее напевала. А вы разве не дочка хозяйки? Нет, я тут только работаю. А мать где? Мама умерла, когда я была маленькой. От простуды.
Если бы вы тогда жили в наших краях, вы бы, наверное, ее вылечили. А где ваш отец? Он еще раньше умер. Я его не помню. Совсем не помню. Мы с мамой всегда жили вдвоем. Теперь у меня нет никого из близких. Да. Одному на свете нелегко живется. Уж я-то знаю. Вы есть знахарь? Я просто работаю на мельнице. Но вы пытаетесь еще и лечить людей. Вам известно, что это преступление? Что вам нужно? Кто вы такой?
врач, в отличие от вас. К тому же, доктор медицины. Пожалуйста, не воображайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на то, как вы травите людей. Две щепотки на кружку воды, на четверть литра. Пить горячим. Пол кружки натощак, пол кружки перед сном. Запомнила? Да, да. Убери, убери. Храни тебя, Господь. По-вашему, я отравлю их? А по-вашему, лечите? Но ни один из них не умер. Не умер? Так умрет. Я вам запрещаю этим заниматься. В таком хлеву, в такой грязи, на одних ваших руках больше заразы, чем во всей инфекционной больнице. Если вы не прекратите свою так называемую врачебную практику, я упрячу вас в тюрьму. Никому и ничего плохого я не сделал. А тюрьма, так люди и там живут. Ну что же, я предупредил. Пан доктор, здравствуйте. Помните меня? А? Как видите, хожу. И не хромаю нисколько. Антони меня вылечил. А вы мне говорили, что я не поднимусь никогда. На всю жизнь калекой останусь. Каким образом он тебя вылечил? Ха. Он сразу увидел, что у меня кости неправильно срослись. Поломал их, потом снова сложил. И хотите, станцую? А! 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 Отлично. Поздравляю. Но. Трогай. Но. Хороший ты мужик, Антони. Только выгоды своей не понимаешь. Ты бы этих денег мог иметь сколько душе угодно. Тебе народ толпами ходит. Конечно, сам Бог велел исцелять хворов. Ну почему даром? Да зачем мне деньги? С голоду я не помираю, а копить их мне не для кого. Сам виноват. В чем же? А в том, что не для кого. Эх, жениться бы тебе, детей завести. Старый я уже. Ой, это ты-то старый. Да за тебя любая пойдет. О, ты уж скажешь. Я бы и сама пошла. И думать бы не стала. Правда, правда. Ладно, оставь эти глупости. А почему глупости? Между прочим, месяца не проходит, чтобы ко мне кто-нибудь не сватался. Я еще не старая, хоть и вдова, но мне никто не по душе. А за тебя пойду. Ты только помани. Я серьезно говорю. И свекор этому будет рад. М? Не, я свое отжил. Может, не нравлюсь? Да нет, не в этом дело. Какой из меня жених? Это почему же? Да так. Баба тебе нужна. Разве нет? Нет. Что тебя холера взяла? Чтоб ты... Чтобы у тебя руки отсохли, чтоб ты белого света не взвидел. Ненавижу тебя, блаженный, чтоб ты в воде сидел, а напиться не мог. Чтоб ты... Будь ты проклят! Пришел попросить прощения. Разве вы провинились? Я допустил бестактность в прошлый раз.
Возможно, я не заметила. И поверьте, огорчена, что мысли графа до сих пор заняты моей скромной особой. Одно из достоинств людей моего круга то, что мы ведем себя вежливо и тогда, когда нас вынуждает к обратному. По поводу вашей вежливости, граф, я не строю никаких иллюзий. Вот как? Давно ли? С самого начала. Тем лучше. Зачем же нервничать, не понимаю. О, вы ошибаетесь. Было бы странным нервничать, принося извинения пану Марусе. И я так думаю. Всего доброго. Ненавижу вас. Ненавижу вас и себя. А себя за что? За то, что забыть вас не в силах. Умоляю, пан Лешек, нам не нужно больше видеться. Не приезжайте сюда. Добрый день, пан Амарися. Здравствуйте. Вы меня удивляете. Такая сообразительная, кое-что из виду выпустили. Что же? Диван. Какой диван? Какой обыкновенный. В вашем магазине прилавки узкие. Вдвоем с графом Чинским. Вам, небось, тесновато. Я не понимаю, о чем вы говорите. А это не обязательно. Главное не в понимании, а в умении. Вы подлец. Вы подлец и негодяй. Это вы мне? Да, мерзавец. Да я... А, да! Ай! Ой! Немедленно извинитесь перед девушкой. В чем дело? Не заставляйте меня ждать. Прошу прощения. Руку давай. Вот. Стоят как истуканы. Чего ржать-то? Остудись, маленько! Какая мерзость. Как он посмел? За что? Успокойся, Марыся. Он больше не пикнет. Есть и другие. Другие? Пусть только попробуют. Но всем же рты не заткнешь. Смешно обращать внимание. Да, смешно вам не жить среди них. Ведь я говорила, не нужно нам больше встречаться. Марыся. Я все время чувствовала, что-то произойдет. Но, Марыся... Я вас просила. И снова прошу, не приезжайте. Никогда. Я вас умоляю. Я не хочу вас больше видеть. Мы с отцом хотим серьезно с тобой поговорить. Удели нам, пожалуйста, полчаса. Целых полчаса? По-твоему, для родителей это слишком много? Ну, что ты, мама? С удовольствием вас послушаю. Видишь ли, до нас дошли слухи, что твое легкомыслие перешло все границы. Я никогда не делал тебе никаких замечаний. Но сейчас меня к этому обязывает мой долг. Наш сын не имеет права ронять свое достоинство. Что ты этим хочешь сказать? Как ты мог уподобиться этой деревенщине, полезть в драку? Не понимаю, отец. Заступиться за девушку, которую публично оскорбили, значит, уронить свое достоинство? Эта девушка некая Марыся, продавщица.
Какое это имеет значение? Весьма существенное. Ты действительно знаком с ней? Постольку, поскольку я покупаю у нее папиросы. Каждый день? Допустим. Для этого не обязательно проводить там несколько часов. А в чем, собственно, дело? Неужели ты не понимаешь, что твои ежедневные посещения этой лавки не могли не обратить на себя внимания? Странно, магазин — место общедоступное. Мне кажется, там волен бывать каждый. Дорогой мой, надеюсь, тебе самому ясно, насколько смехотворен этот аргумент. Трудно предположить, что твой интерес к этой лавке вызван изучением тонкости торгового дела. Люди не настолько наивны, чтобы поверить в подобную ерунду. Тебя там привлекает эта смазливая девчонка. Даже если и так, что тогда? Ты хочешь сказать, что тебе приятно это общение? Да, мама. Это знакомство ты считаешь для себя подходящим? С твоим положением в обществе? С твоим интеллектуальным уровнем? Но ведь ты совсем ее не знаешь. И представь себе, знакомиться не имею ни малейшего желания. Достаточно и того, что нам уже известно. Из-за твоих частых визитов эта девица оскорбил, вероятно, один из менее удачливых поклонников. А ты позволил себе устроить мерзкую драку, чтобы защитить честь этой весьма доступной девицы. Почему ты говоришь о ней в недопустимо оскорбительном тоне? Для женщины твоего воспитания? Это по меньшей мере неприлично. Мне стыдно за тебя. Лешек. Извините. Грубить матери из-за какой-то продавщицы? Да, ты права. В том, что произошел этот скандал, виноват я. Как порядочный человек, я не могу допустить, чтобы о ней дурно отзывались. Милый мой, ты берешься за неблагодарный труд. Вряд ли в твоих силах спасти ее репутацию. Мы решили, что на какое-то время тебе лучше уехать отсюда. Пусть улягутся страсти. Отец! Поедешь в Варшаву к дяде Евстахию. Это тебя отвлечет. Будь благоразумен. Пожалуйста. Совсем житья не стало. А вы разве знаете? Да, слышал. Все на меня пальцами показывают. Против меня хозяйку настраивают, гадости говорят. Я знаю, меня теперь не оставят в покое. Все на меня пальцами показывают. Против меня хозяйку настраивают, гадости говорят. Я знаю, меня теперь не оставят в покое, пока совсем не выживут отсюда. Почему люди такие злые? Не обращай внимания на эти сплетни. Людям языки не завяжешь. А его забудь. Он человек богатый, знатный, дворянин. Вы с ним не пара. Никогда он на тебе не женится. Я об этом и не думала. Будь он порядочным человеком, он бы не позволил, чтобы о тебе пошли такие слухи. И голову бы тебе не морочил. Граф никогда больше не появится здесь. Я просила. Я запретила ему. Thank you.
Согласна ли панна стать моей женой? О чем вы? Что вы говорите? Я предлагаю вам руку и сердце, Марыся. Нет, я не могу в это поверить. Боже мой, неужели вы говорите об этом серьезно? А ваши родители... Если ты скажешь «да», я сегодня же им все расскажу. Они не согласятся. Не волнуйся, им придется это сделать. Впрочем, я инженер, проживем и без них. И вы ради меня? Может быть, ты меня не любишь? Я вас не люблю. Идем, Марыся. А как же магазин? С сегодняшнего дня ты здесь не работаешь. Не дури, Зена. Отстаньте! Да пошли вы к черту! Значит, мы обручены? Да, любимая, теперь ты моя невеста. Твоя невеста? Голова даже закружилась. А я не могу подарить тебе кольца. У меня нет. Марыся, я и без кольца твой. Навсегда. Я люблю тебя. Я тебя.
Что я наделал? Господи, я убил их. Убил. Ужас. Убил. Люди! Люди! Сюда! Спасите их! Спасите их и мою загубленную душу! Они живы! Скорее! Они разбились на мотоцикле, но они еще живы! Они живы! Свет! За ним. Сбышек, запрягай. Стой, я сам поеду. А ты в усадьбу. Позови сюда Чинских. Ну, куда вы пропали? Скорее, скорее. Стойте! Стойте! Что с моим сыном? Он жив? Успокойтесь, пани, его жизнь вне опасности. Я не верю этому мужику. Ответьте мне, доктор, умоляю вас. У него ничего серьезного. Несколько ссадин на лице и сломана рука. Я наложил шины, так что все в порядке. Можете его не осматривать. Прошу не указывать. Я сам знаю, что мне следует делать. Там ваша помощь не требуется. А вот девушку надо срочно спасать. Он без сознания? Или спит? Спит. У него открытый перелом. Я дал ему снотворного, чтобы не мучился. Пан доктор, прошу вас, подойдите. Да вы что, с ума сошли? Как вы посмели за это взяться? В таких условиях? У него торчала кость. Что мне оставалось? Меня ждать! Я послал за вами, но вдруг вас бы дома не оказалось. Что ж, бросить раненого на произвол судьбы, по-вашему, да? Этот человек прав, пан Павлицкий. Вот. Примите от нас, пожалуйста. Нет, уберите. Похвально, что вы лечите бедных людей бесплатно, но, уверяю вас, мы в состоянии вам заплатить. Для меня не существует ни бедных, ни богатых. Я любому готов прийти на помощь. Но к вашему сыну, если бы не чувство долга, я бы даже не подошел. Из-за него умирает сейчас эта девушка. Я подозреваю сотрясение мозга. Необходим рентгеновский снимок. Нужно доставить графа в больницу как можно скорее. Да-да, разумеется. Что с ней? Кость вдавлена в мозг. Mm-hmm.
это уже агония. Медицина тут бессильна. Ее можно спасти, пан доктор. Единственное, что я могу, это сделать ей укол для поддержания сердца. В случае безнадежности. Поднимите, пожалуйста, рукав. Как и это все? Да поймите, она же вот-вот умрет. Вы не имеете права так уйти. Сделайте ей операцию. Вы что, любезный, бредите? Вернуть ее к жизни не в состоянии даже самый гениальный хирург. Если бы у меня были инструменты. У вас, к счастью, их нет. Пан доктор, я бы хотела перенести сына в автомобиль. Я сейчас позову людей. Эй, хозяин, помогите там. Вы тоже, пожалуйста. Не споткнитесь. Осторожней. Больницу. Быстро. Простите, а вы действительно убеждены, что состояние нашего сына не внушает опасений? До обследования и рентгена что-либо определенное трудно сказать. Главное для него тщательный уход. Мы его отправим в Швейцарию, в самый лучший санаторий. Где я? Что случилось? Ничего, милый, успокойся. Тебе вредно волноваться. Что со мной? Ты ехал на мотоцикле и попал в аварию. Сломал руку, но опасности нет. А Марыся жива? У нее... Она погибла. Успокойся, доктор. Вы напрасно сказали ему об этом. Я не привыкла лгать. Элеонора, это было неосторожно. Может быть, девушка для него что-то значила. Ты, наверное, шутишь. Thank you.
Девица моя, ты узнаешь меня? Узнаешь? Марыся? Леша, где? Что с ним? Он живой? Живой. Ничего такого с ним не было. Руку только сломал. Родители отправили его за границу лечиться. Лишь бы он выздоровел. Ну-ка, еще. Добрый день. Здравствуйте. Мы к вам по делу, пан Касиба. А как вы себя чувствуете? Хорошо, пан сержант. Мне намного лучше. Сердечно рад. Есть температура? Нет, после операции была. А руки, ноги действуют? Нервная система не поражена? Что вы, доктор, я совсем здорова, только слабая еще. Лежи, лежи, не нервничай. Чем могу служить? Ответьте, пожалуйста, правда ли, что панна Марыся была в тяжелом состоянии, и вы прооперировали ее? Да, это так. А что? Вы не имеете диплома врача. Своими действиями вы преступили закон. Возможно. Потому что врач, прямая обязанность которого лечить людей, спасать их, вместо того, чтобы исполнить свой долг, сбежал. Я протестую, это ложь. Я обследовал пострадавшую. Состояние ее было безнадежным. У нее начиналась агония. У пана Павлицкого пропали медицинские инструменты. Он заявил, что в краже подозревает вас. Скажите, вы признаетесь, что взяли их? Как он может не признаться? Займитесь лучше обыском. Прошу мне не указывать, пан доктор. Я свою работу, смею заметить, знаю неплохо. Так вы признаетесь? Да. Они находятся у вас? Да. Дайте сюда. Они? Да. Проверьте, все ли на месте. Да, как будто. Это не ответ, я должен знать точно. Да, все. Я вынужден, пан Касиба, арестовать вас. За что? Это несправедливо. Он взял их, чтобы спасти человека. Суд во всем разберется. Тебе вредно волноваться. Никуда не денешься, я действительно их украл. Чтобы мне жизнь спасти. Это так, но кража есть кража. Доколе в нашей стране будут процветать эти отвратительные средневековые суеверия. До каких пор мы будем попустительствовать преступно-невежественной деятельности знахарей? Приговор, который по этому делу сегодня вынесет высокий суд, может быть, наконец, разрешит вопрос, или мы
действительно культурная европейская страна, или же к цивилизованной Европе мы принадлежим лишь географически. Сколько можно мириться с подобным варварством? Сегодняшний приговор должен стать предостережением для всех, кто обогащается за счет народа. Этого не может быть. А вы хорошо расслышали? Не 3 месяца. Нет, Марысенька, 3 года. Уж больно прокурор злючий попался. Ты бы видела, сколько людей выступало в его защиту. Уж так его хвалили. Да толку мало. Прокурор все равно свою линию гнул. А когда Антони спросили, будет ли он... Ну, потом. Станет ли он снова лечить людей, так он сказал, что не... Злючий попался. Ты бы видела, сколько людей выступало в его защиту. Уж так его хвалили. Да толку мало. Прокурор все равно свою линию гнул. А когда Антони спросили, будет ли он... Ну, потом... Станет ли он снова лечить людей, так он сказал, что никому никогда в помощи не откажет. И если придется еще раз так поступить для спасения человека, он это сделает. Вот и влепили. 3 года. Я во всем виновата. Что можно сделать? Давайте подумаем, как его освободить. Из тюрьмы за руку не выведешь. Советуют подать апелляцию. И обязательно взять дорогого адвоката. Заплатить ему как следует. За деньгами дело не станет. Люди готовы все отдать. Угу. Если бы Лешек был. Может, господа Чинские помогут? Он ведь их сына тоже спас. Они об этом уже и не вспоминают. Так же, как и их сынок. Прошу. Ваше сиятельство, подъезжаем к границе. Спасибо. Возьми. Передашь Антоне лично от меня. Спасибо. Я деньги ему даю, а не тебе, можешь не благодарить. Я благодарю за него. Вернется, сам спасибо скажет. Еще и за то, что я вещи его сберегу. Ой, Соня, о вещах зачем тебе-то заботиться? А кто это будет делать? Я. Ты? Ну? И ты 3 года собираешься у нас на шее сидеть? Нет. Я думала, после апелляции Антони освободят ведь. Ха, это вилами на воде писано. А на что ты будешь жить, а? Ну что плачешь, не надо. Ну... Перестань. Никто никуда тебя не гонит. Крыша над головой есть.
И еды тоже хватит. Чего она плачет? Что ты ей наговорила? А тебе какое дело? Тоже еще раз обиделась. Висит, как камень на шее. Не на твоей же. А на чьей? Пусть идет на все четыре стороны. Она? Сперва ты отсюда пойдешь. Войдите. Экипаж подан, ваше сиятельство. А розы? Я срезал все до одной, как вы приказали. Они в карете. Вот только пани графиня что скажет? Ничего. Ладно. Франтишек. Пожалуйста, отдай это моим родителям. Спасибо. Спасибо тебе за все. Слушай, Франтишек, возможно, тебе известно, где ее похоронили. Кого? Ту девушку, которая попала в катастрофу. Какую катастрофу? Ну, вместе со мной. Господи, да что вы такое говорите, ваше сиятельство? С какой стати ее должны были похоронить? Она жива. Что? Что? Жива, Богом клянусь. Да, ее вылечил Антоний, тот самый знахарь с мельницей. Она там и живет. Лешек, что означают эти цветы? Никогда вам этого не прощу. На мельницу! Франтишек, что тут произошло? Понятия не имею. Сперва пан Лешек велел заложить экипаж и срезать все розы в оранжерее. Потом спросил, где могила Марыси, ну, то из магазина. А когда ему сказал, что она жива, схватил меня и чуть душу не вытряс. Ступай. Мы сами были обязаны ему об этом рассказать. Я думала, эта интрижка вылетела у него из головы. А если это не интрижка, а глубокое чувство? Ты смешишь меня. Прошу прощения, ваше сиятельство. Совсем забыл. Пан Лешек просил передать.
Что случилось? Не молчи, ты меня пугаешь. У меня нет с собой очков. Присядь, Элеонора. Дорогие родители, когда вы будете читать это письмо, вашего сына уже не будет в живых. Я очень люблю вас и знаю, какую причиняю вам боль. Простите меня, но жить без нее я не в состоянии. Жизнь потеряла всякий смысл. Я давно бы это сделал, но перед смертью хотел побывать на ее могиле. Исполните мою последнюю просьбу. Похороните меня рядом с ней, Лешек. Мы чуть не убили единственного сына. Нет, не верю. Какой вздор. Лешек на это никогда бы не пошел. Неужели ты не понимаешь, что мы и сейчас можем его потерять? То есть как? Ведь он знает теперь, что она выжила. Он не простит, что мы от него это скрывали. О, Боже! Я не переживу. Что нам делать? Зачем тебе мотаться по белу свету? Оставайся. Не могу. Мне нужно уехать. Спасибо вам за все. Ну, раз ты решила, давай присядем на дорожку. Быстрей! Быстрей! Никогда больше не расстанемся. Пойдите. Сынок, представь нам, пожалуйста, свою будущую жену. Пан Антони? Вы не узнаете меня? Добрый день, пан Касиба. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Да так, нормально, как в тюрьме. Ты стала просто красавицей. Это от счастья. Марыся
согласилась стать моей женой. Честно говоря, не ожидал. Ну что ж, поздравляю, живите счастливо. Благодарю. За нас обоих. В ближайшее время ваше дело будет пересмотрено. Адвокаты утверждают, что смогут добиться освобождения. Ну, стоит ли стараться? Зачем вы так говорите? Вы не только Марысю, но и меня вернули к жизни. Позвольте нам хоть что-нибудь сделать для вас. Из Варшавы вызвали профессора медицины. Я не сомневаюсь, он подтвердит, что вы правильно лечили людей. Если ничего не получится, тоже не переживайте. Лишь бы у вас все было хорошо. Пан Павлицкий, много ли знахарей существует в нашей округе? Не знаю точно, но во всем уезде человек 20 наберется. Они становятся настоящим бедствием. Лично вам известны случаи, когда в результате их вмешательства и непрофессиональных действий наступала смерть? Естественно. Кроме того, по данным статистики нашего уезда, умерло от их лечения примерно 200 человек. Благодарю. У меня вопросов нет. Пан Павлицкий, вы говорили, что вас довольно часто вызывают к тем, кто стал жертвой лечения знахарей. Да. Много ли раз вам приходилось иметь дело с жертвами Антони Касибы? Ну, мне трудно вспомнить. Вот как. Прошу вас ответить, имел ли вообще место смертный случай у моего подзащитного? Нет. Благодарю. У меня больше нет вопросов. Прошу выслушать специально вызванного из Варшавы эксперта, профессора Добронецкого, председателя Польского объединения хирургов. Суд не возражает. Господа судьи, ко мне обратились с просьбой обследовать несколько человек, имевших когда-то увечья или тяжелые болезни, и дать заключение по поводу операций, которым они подверглись. Всех их оперировал деревенский знахарь Антони Касиба. Тщательное обследование и рентгеновские снимки дают полное основание утверждать, что все операции были проведены на очень высоком профессиональном уровне, который бесспорно подразумевает глубокие знания анатомии. Да, именно глубокие. В противном случае многие из его пациентов не выжили бы. Пан профессор, как вы объясняете тот факт, что человек, не имеющий специального образования, делал и весьма успешно такие сложные рискованные операции? Откровенно говоря, меня это ставит в тупик. Этот знахарь имеет либо колоссальный опыт, либо феноменальный талант и интуицию, которые среди хирургов очень редко встречаются. За свою жизнь я видел только одного хирурга с такой потрясающей гениальной интуицией. Благодарю вас. У сторон есть вопросы? Пан профессор, как знаток врачебной этики, пожалуйста, скажите, допускаете ли вы воровство ради спасения человеческой жизни? Протестую. О какой этике может идти речь, если у человека нет диплома врача? Протест отклонен. История медицины, по-моему, таких случаев не знала. Лично я убежден, что нет ничего дороже человеческой жизни. Спасибо. Пан профессор, можете сесть. Благодарю. Мы выслушали обе стороны. Теперь суд предоставляет слово подсудимому. Я не знаю, мне нечего сказать. Прошу разрешения продемонстрировать высокому суду ярчайший пример умения и таланта Антони Касибы.
представить вам человека, которого дипломированный врач счел безнадежным. Пожалуйста. Назовите ваше имя и фамилию. Мария Вельчуровна. Громче, пожалуйста. Мария Аланта Вильчур. Вильчур? Прошу прощения, господа судьи. Это профессор Рафал Вильчур. Доченька. Доченька моя. Хочу, чтобы вы были счастливее нас.